Мелкие глисты оставили окошко открытым. Этот как тут. Тут! Еще живой? Мамины пранкеры. Да вы мне огребете сегодня. Уй, огребете! Попался. Идите в комнату, я его отвлеку. Эй, клоун, поймай меня. А ну-ка, иди сюда. Жучка! Больно-то как! Я иду уничтожать! А ну, пацаны, разойдитесь! Ах вы, мелкие пиглицы! Прекратите! Отвали! Отвали! Ты никогда не будешь нашим другом! Я хотел сделать как лучше! Обманщик! Хотел из нас сделать клоунов! Быть клоуном лучше на земле! Вы не понимаете, мы были бы одной командой! Никогда нам с тобой одной командой не быть! Ты вообще отстой! И злой еще в придачу! Так что уходи! Ты нам не нужен! Не нужен? Бека! Я же просто хотела осуществить мечту! Давай! Вот так его! Красава, пацаны! Ну и круто, что он свалил! Он почти заревел, вы видели? Нечего было с нами связываться! Да! Не знаю, пацаны, мне что-то его жалко. Ныхны. Шутишь, что ли? Клоун хоть иногда плохой, но заботился о нас. Он же хотел как лучше. Ну да, он играл с нами. Ну, каша у него все равно самая невкусная. Мы не хотим быть клоунами. Но это и не значит, что мы его можем обижать. Надо сказать, что больше так не будем. Я! Ладно, пойдемте извиняться. Меня никто не понимает. Вот уйдет клоун с канала. Вот будут локти кусать. Клоунами они не хотят быть. И что, блин? Кто их спрашивать вообще будет? А, возможно, я и погорячился с этими клоунскими нарядами. В какой-то степени я же реально гнался за своей мечтой. Не учитывал мнения ребят. Они же хоть и маленькие, но все равно же все понимают. Так, клоун, решено. Ты накосячил, ты должен извиниться. Клоун! Ребята! Мы поговорить хотели. Я хотел... давайте мы первое. Мы хотели извиниться. Да, прости, что назвали тебя плохим клоуном. Ты нам очень нужен. Угу. Ребята, вы тоже меня простите. Я не должен был заставлять вас быть клоунами и кричать. Ребята, идите ко мне. Идите ко мне. Ко мне хлопот ползал. Я вас так люблю. Как же вы быстро растете. Поняли, что обидели меня и пришли извиняться. Значит, признали свою вину. А свои ошибки признают только взрослые. Я вами так горжусь, ребята. Ладно, мои хорошие, идите в комнату, а я вам всем чай принесу и шоколадки. Ползи. Чай и шоколадки, да. Блин, что-то выносил из школы много, а бабок все равно нет ничего. Ну все, клоун, ты доигрался. Что такое опять? Украл из школы всю макулатуру. Это клевета и поклеп, я ничего не брал. А кто тогда брал? А кто-то? Это они. Не-не-не-не-не, нас к своим делам не приплетай. На, ты еще не заткнись. Нет, мы с Риви сидели в классе, у нас алиби. Ну, значит, это мелкий, он точно где-то пропадал. Клоун, ты что, офигел? Я больше всех макулатуру принес. Вон, ленты Риви подтвердят. Да. Все, таких хулиганов я в своей школе терпеть не намерена. Через час жду вас всех на совете профилактики. Клоун, ты офигел, что за постава? Ты сюда учиться пришел или фигней заниматься? Ты воруешь макулатуру, ты вообще понимаешь это? Ты больной! Так, ребят, не забываем, окей? Я пришел сюда научиться зарабатывать бабки. Я их заработал, все получилось. Так что, молодежь, спасибо вам! Прикиньте, я за день прошел все, на что вы 11 лет потратили. Заткнись, реально. Ну что, ребят, я крайне расстроена вашим поведением. В частности, вашим балбесом. В моей практике я сталкиваюсь с таким первый раз. Видимо, это всего лишь говорит о моей исключительности. Балбесов! Я понимаю, мои слова до вас не доходят. Поэтому я решила сегодня пригласить для профилактической беседы сотрудника полиции. Ну офигеть, клоун, спасибо! Теперь я за тебя еще в полицию загремим. А это он. Мы-то вообще ни при чем. Мы ничего не делали. Добрый день. Здравствуйте, Михаил Иванович. Ну, что тут у вас произошло? Рассказывайте. Да вот, новенькие ученики, которых, видимо, не учили правилам и манерам поведения. Меня они слушать не хотят, надеюсь, услышат вас. Особенно молодой человек по фамилии Балбесов. Балбесов? Балбесов. Шеф.
Сдаюсь. Ну иди сюда. Да вроде только без физического контакта. Ты что тут вообще делаешь, балбес? Учусь. Ты? Учишься? Да не спеши мои ботинки. А откуда вы его знаете? Да этого оболтуса все знают. Ты сам-то считал, сколько раз нам попадал? Что ты забыл тут? Я же говорю, Иваныч, учиться пришел, знания в голову вкладывать. А что это вдруг такое случилось, что ты за голову взялся? Жизнь заставила. На работу не берут без образования. Вот, решил подучиться. Ну, похвально, похвально. Так а что этот балбес тут учудил? Да макулатуру украсть хотел. Балбесов, балбесов. Так мелко. Не похоже на тебя. А эти? А это друзья его. Они так-то хорошие, но вот компания влияет. Ясно все. Короче, клоун, первое и последнее тебе предупреждение. Забирать не буду. Михаил Иванович, спасибо вам большое, я вас не подведу. Ботинки у вас такие классные. Спасибо, спасибо, спасибо! Я вас не подведу, вы лучший, лучший! Обожаю. Ну ладно. В общем, я пойду грызть гранит науки, там, знания. Эйнштейн, таблица умножения. А с нами что, нам можно домой идти? Так, ребят, да, вы можете быть свободны. Вообще не понимаю, что такие большие в школе-то забыли. Так вы с ним за компанию пришли. Поддержать решили. А, ну это похвально. Ладно, Тамара Ивановна, я побегу, дел еще много. Если что, звоните, я с Балбесовым быстро разберусь. Вот, сейчас посмотрим, сколько там времени. Так, что-то я не понял. Вам подсказать? А где телефон? А документы где? А кошелек где? Ага, вот Балбесов. Но он у меня попляшет. Учиться он пришел. Тамара Ивановна, всего доброго. Михаил Иванович, подождите! Офигеть, клоун, как обычно. Ну, хоть нас пронесло. Да, и день в целом хорошо провели. Что у нас там дальше по расписанию? Ты что, какое расписание? Я вообще здесь только из-за клоуна. Клоуна нет, меня тоже, я домой. Все, да, полностью согласен с Глентом. Вот это карандаш! Блин, за что мне все это вообще? Ты что? Пацаны, пацаны, он сам во всем признался. Кто признался? Я только что был наверху и услышал, что на самом деле это не Влад, и им управляет клоун. Чего? Он сам во всем признался. А наверху еще больше клоунов. У меня есть план, как проверить, Влад это или клоун. Ну и как же? Потом объясню, давай спрячемся. Клоун! Что? Попался! Да вы че, пацаны, это я, ваш Влад! Поздно, клоун, мы уже все знаем. Упс, ну тогда мне пора. Эй! Пацаны! За ним! Какое стоп-слово? Говори давай! Я вам не скажу! Я навсегда останусь Владом А4! Глен! Стоп-слово! А как ты это подписчикам объяснишь? Угу. Все, я буду Владом А4, отстаньте! Смотрите, кого я нашел в дальней комнате! Так, пацаны, давайте договоримся! Сейчас мы договоримся! Пацаны, это я, Влад А4! Ну и жуть, конечно! Владос, а ты знаешь чтоб слово? Так, а люляки, мазуляки! Держите! Завязывайте его, Кобяков! Нет! Держи его, держи его! Держите! Больше никаких роликов с тобой, понял? Заматывай этого психа! Вы просроченные пельмени! Я до вас доберусь! Ну, клоун. Ну и денек выдался. Горло, капец, болит. Этим дурацким голосом говорить. Ну, клоун. Что ты там говоришь? Я говорю, отпустите меня, пожалуйста. Такси домой я тебе уже заказал. И чтоб ближайшую неделю тебя вообще здесь не было. Вот они. Алло, полиция, срочно переезжайте по адресу Жасминовая 5. Ко мне в дом лезут какие-то сумасшедшие. Да, да, конечно, похожи на бандитов. Приезжайте скорее, да. Совсем скоро этих тараканов прихлопну. Ну, не открывается. По часовой? Блин, да это по-любому проделки этого клоуна. Пойдем через задний вход зайдем. Пойдем.
Странно, дверь открыта, настежь. Мы вроде ее так не оставляли. Ну что ж, план сработал, клоун там с ума сошел и уже убежал в лес. Давайте зайдем проверим. Эй! Мы так круто погуляли! Да, долго нас дома не было. Но мы уже пришли. Кобяков, Кобяков. И мою тоже можешь поесть, пожалуйста. Ладно. Слушай, походу реально план сработал. Можно отдохнуть спокойно. Ну да. Что это за сумки? Пацаны, смотрите, клоун, походу, упаковал наши вещи и хотел их украсть. Никому не двигаться, лицом к стене, руки за спина. Так, спокойно, спокойно. Мы ничего не делали. Сказки тут не рассказывай, вон сумки с награбленным. Мы реально ничего не делали, вот не мы, это наши вещи. PlayStation, вот мы сегодня играли в нее. Поступил звонок, сказали, что лезут в дом. Мы приезжаем, четверо ломятся в дверь, все зафиксировано. Да вообще, нас подставили, у нас ключи есть, это все клоун. Вон он идет. Ага. Вспомнили про меня, да? Вот так вот. Больше вы меня не игнорируете, а? Конечно, это я подставу сделал. Я сумки подложил, я дверь закрыл, я полицию вызвал. Ребят, приносим свои извинения. Этого психа мы от вас на некоторое время изолируем. Посидит, подумает о своем поведении. Правильно, правильно. Ага. Не имеете права, я требую адвоката. Ау, нежнее будь, а. Давай, уводи этого буйного. Вы еще Сранья. Пожалеете. До свидания. Спасибо. Попомните мои слова. Я найду вас. Сам себе ж... Куда запропастился этот докторишка? Он мне все испортит. Скоро должен приехать Глент. Надо было сразу его прихлопнуть. Мне не нужны свидетели. Доктор! Где же вы подевались? У меня важные дела! Почему ночи? Надо проверить. Держимся вместе, я первый, вы за мной. А куда это вы собираетесь? Отстань от нас, псих! Вся компашка в сборе. Расправлюсь с вами одним махом. Клоун, очнись, мы же твои друзья. Бежим! Быстрее! Обожаю друзей. Голубцы, старого клоуна здесь больше нет. Теперь я здесь главный. Мы тебя не боимся. Боюсь. Ну, посмотрим. С тебя и начнем, пухляш. Что начнем? Куда он пошел? Наверх. Походу, взламываю дверь. Тут есть какой-нибудь другой выход? Это просто какой-то склад, тупик. И что нам делать? Можем защищаться. Кобяков, молодец, у нас же реально много оружия. Сюда, прячемся за ящик. Будет эффект неожиданности. Он уже 15 минут молчит, ничего не делает. Глент, иди проверь. Может, он успокоился. Я? Сам иди проверяй, я вообще этого спасать приехал. Я так уже много сделал. Да тихо вам, пойдемте вместе. Пойдем. Здесь кто-нибудь есть? Доктор, ну наконец-то! Сколько можно вас ждать? Мы же договорились по телефону, что встретимся здесь. Еще чуть-чуть, и нам бы была хана. Не мог найти успокоительное лекарство. Что с ним? Спит. Уколол ему тройную дозу успокоительного. Забирайте его в клинику на лечение. А то он сейчас в себя придет и опять на нас нападет. Да, 2 недели реабилитации ему не помешают. Мне нужно еще погулять. Нет, нельзя, у тебя красный нос. Мама клоун, у нас у всех красные носы. Ты, блин, дурочка, в переулочке. До свидания, молодые люди. Я хочу быть Бэмби. Берегите его. До свидания. Ребята, у меня все готово. Зацените. Сейчас все поймете. А мне нужно привлечь внимание клоуна. Бежим. Что-то было. Ребята, оставайтесь здесь, мне надо кое-что проверить. Отпусти хотя бы, открой! Плей. А теперь последний штрих. Вот вам ключики. Можете снимать наручники. Так как же мы их снимем? Они на шее. Но нужно постараться, естественно. Глент, аккуратней. Ты тоже аккуратней, не дергайся. Что это у нас здесь за шум, а? Кто это у нас здесь бунтарь, а? А? Пауза! Ага! Отмался! Отдай пульт! Чебурек! Отдай сюда! Тихо! Пауза! Блин! Ты, клоун, это извини, я попутал, не хотел. О, как ты запел. Реально, не специально, но будет знать, как мне тут баловать. Что же мне с тобой делать? Ничего, понять, простить. Сейчас пойду за инструментами и придумаю. Клоун, не надо.
Ребята, я достал батарейки из пульта. Теперь не работает, посмотрите. Ну а пока нужно спасти пацанов. Юси, парни. О, Владос, ты жив? Да, я обманул клоуна и достал батарейки из пульта. Он больше не работает. Только это, нужно ему подыгрывать, поняли? Подыграю. Владос, уже ноги затекают, тут на шее висят ключи от наручников. Открой, пожалуйста. Так, о, есть. И меня. А ты, вы с двух сторон. Нифига, он учудил. Есть. Все. Так, говоришь, батареек в пульте нет? Нету. Ну, сейчас он у меня получит. Слушайте, он думает, что я на паузе. Я сейчас побегу и буду ему подыгрывать. Вы тоже, короче, будете в курсе. Все, удачи. Давай. Я его уничтожу. Он думал, что мы его не переиграем. Он думал, что мы его не уничтожим. Мы его уничтожим. Эй, Владик. О, нет, клоун. Здорово. Привет. А ты знаешь, я уже нашел для тебя новую шикарную комнату. О, нет, я так боюсь. Привет, не клоун. Надо. Не понял. Это что за фигня? Пауза. Ну и кто из вас тот самый смелый? Кобяков, хватай руку! Как это возможно? Ты должен быть на паузе! Ну что, клоун, все, пульт у нас! Пауза! Пауза! Не надо! А батареек-то в пульте больше нет! Они у нас, твой пульт не работает! Ну что, клоун, настало время показать тебе, что такое настоящая пауза. Давай, иди! Пойдем! Гелик его! Хорошо! Ну что, пацаны, у вас все готово? Да. Веди его. Ща. Ну что, не сильно трясло? Пожалуйста, отпустите! Я больше тут не буду, пожалуйста! Давай! Вылазь! Давай сюда! Иди, проходи! Сейчас все узнаешь! Все готово? Ну и это тебе, конечно же, понадобится! Парни, спасибо, что хотя бы разрешили пиджак сохранить. Это самое дорогое, что у меня есть. Ну мы ж не изверги. Кобяков, заряжай! Себе так яйцо разбей, Кобяков, может понравится. Ну что, как тебе челленджи, а? Не очень, парни, отпустите меня домой. Ага, Кобяков, а попробуй сразу три. Это плохая идея, Кобяков. Ты же не енот, Кобяков. Ты шашлык недоваренный. О, а ты еще умничаешь, Кобяков, повтори. Мама. Переходим к следующему ингредиенту. Переходим! Пацаны, отпустите меня. Чтобы сделать тесто для пиццы, нужно добавить немножечко муки. Есть такое. Врубай. Ну как? Не надо! Тесто уже готово. Что там насчет начинки? Как насчет сыра? Естественно, какая пицца без сыра? Мамкины контент-мейкеры! Подписчики, вы же помните, ваши лайки решают все. Миллион лайков, и я им устрою такую диспускную жблюшку. Им будет хана! Им будет капец! Им будет тринда! Смагада! Рехну рабляшка! Кто-то на испанском! Миллион лайков! Что? Ах, ты решил вот так поступить. А, как насчет сыра? Пацаны, присоединяйтесь. Конечно, присоединимся. Нет. Держи. Ладно. Так, помидорки. А как насчет пиццы с ананасами? Кстати, подписчики, любите или нет? Напишите в комменты. Я откушу тебе ухо. Ну, наверное, ты не любишь. Ну что, ты подумал о своем поведении? Нет!
Я вас урою! Пацаны, а как насчет смыть его грим и узнать, кто же там под маской? Я за! Ребята, мы же просто играли. Нельзя смывать с меня маску, я же и без нее никто. А, смотрите, как запел. Может быть, теперь ты подумал над своим поведением? Если бы я только мог, парни, я бы встал на колени перед вами и вот так вот лбом бы, бил бы землю, чтобы сказать вам извините. Но я не могу, так что простите. Вот так вот работает воспитание. Ну тогда договариваемся, никаких больше неожиданных челленджей, никаких издевательств над нами, хорошо? Хорошо, Влад. Честное слово, клянусь, я буду самым-самым милым и пушистым клоуном на свете и больше никаких неприятностей вам не доставлю, честно. Заработало! Другое дело, только осталась одна маленькая деталь. Сейчас. И оп! Нужно уничтожить этот пульт. Пока! Все мои подарочки в сборе! Как замечательно! Теперь я положу их в шкаф, и мы будем все вместе играть. Давайте накидывайте на него! Завязывайте! Быстрее! Он воняет! Ребята, я так рад, что мы сообразили и связали клоуна. Ну что, как тебе? Не очень. Ребят, предлагаю его в каждую коробку сейчас засунуть, и пускай он из каждой выберется, а? Да, в первую очередь к Сереге. А может, не к Сереге? Нет, это не классная идея абсолютно. А лучше давайте его засунем просто в шкаф. Пускай там сидит. Да, ты знаешь, что в этом шкафу? Что? Дизлайки. Только не дизлайки, мужики! Короче, подписчики, мы сейчас его прячем в шкаф. И знаете что, у меня есть предложение. Я допускаю, что, возможно, кто-то из вас любит клоуна. И любит, как он над нами издевается. Поэтому, ребята, даю вам шанс спасти клоуна. 3 миллиона лайков. Сколько? 3. 3 миллиона? Ну, можешь попросить. Девчонки, ребята, пожалуйста, это же шкаф с дизлайками. Все, достаточно. Ну что, ребята, 3 миллиона лайков, мы выпускаем клоуна и, может быть, снимем еще одни коробки. Ну что, с вами был я, меня зовут Влад4. Поставьте лайки! Лайки! Глен, Кобяков, Серега, всем пока-пока.